Мы находимся на набережной Москва-реки. Вот идет теплоход туристический. Погода плюс 3, надует ветерок. И как мне нравится вот этот памятник Петру Первому. Очень-очень высокий. Это основатель и столицы России новой, и российского флота. По набережной гуляют туристы, их очень много. Сегодня понедельник, но тем не менее туристы гуляют по этой набережной Москва-реки. Я делаю панораму, там сплошные мосты. Такова Москва сегодня, начало января.